сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Попробуйте. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинают поступать сообщения с места событий, пока противоречивые, но ясно одно. Одновременная атака с воздуха. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед. Рокот. Улица о нем позаботится. Огласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони верхушку к рынку. Как понял, прием. Ладно, приятель, скоро буду. Все приготовиться к оружию бою. Начинаем. Thank you.
успеете. Тут на подходе еще группа ополченцев. Подожмем! Вперед! Слишком опасно. Не рискну садиться. Давай, отбой! Отбой! Двигайся на простой подсадке. Вперед! Ладно, жду вас там. Удачи! Налево! Налево и прыгай! Давай!